Через час в Чувашской государственной филармонии начнется творческая встреча с композитором, народным артистом России Эдуардом Артемьевым. А накануне Эдуард Николаевич представил фильм «Солярис» режиссера Андрея Тарковского на специальном фестивальном показе в кинозале «Сеспель». Научно-фантастическая драма «Солярис» снята режиссером Андреем Тарковским в 1972 году по мотивам одноименного романа Станислава Лема. Главные роли в ленте исполнили Донатас Банионис и Наталья Бондарчук. «Мир разумной планеты» озвучил композитор Эдуард Артемьев, в то время уже признанный лидер советской электронной музыки. Картина была условно разделена на две части – конкретные природные шумы Земли и космическое непознанное. Зрители в кинозале «Сеспель» услышали из первых уст о том, что звуковая дорожка в те времена была аналоговой, но в распоряжении композитора был и оркестр, и рок-группа, и даже танк. Все для того, чтобы воплотить философскую задумку гениального режиссера, которому исполнилось бы 90 лет. Притча о контакте человека и внеземного разума и сегодня дает ответы на многие вопросы, но еще больше их задает. Тарковский тосук там заложил всего, что я вот сколько живу, и все для себя открывает смысл. Там, главное, что он заложил вот это импульс, да, импульс. Сам, может, даже этого не предполагал, конечно. Но этот импульс, он и делает, работает.